Вижу. Это А, это Nightmare, Изига. блядь. Все путаю их. Еще хуже. Не, на самом деле Nightmare не так страшно. Он, конечно, тоже можешь поебловодить, если не знать матчап. А так, типа, чё там? Два, степ, все. Так, ну что ж, посмотрим, знает ли матчап... Зачем ему знать, когда он миксует обычно 1Б и вот это вот Б плюс К, по-моему, не путают. 6А плюс Б. А, 6А плюс Б, точно. Так, Фре, попадает в блок. Попытка отлично. Выкинуть странным гиммиком. И, если не ошибаюсь, это даже паниш, по-моему. Паниш, да. Паниш. Ну, хотя бы так. Странно, что он гонит там лицом. О, отлично, летал хит, но отвратительная комба. Что это за херня? Блин, я бы на месте уже Спартана степал, потому что чувак, любой чувак-новичок, если нажимает Ри и его перебивает, следующее, что он сделает, опять начнет Ри. Это, не знаю, логика новичков всех, я не знаю. Не входит. Дени. Бур! Есть бур, но есть арт. Есть просто арт. Даже особо не пытается Найтмар. Ох, как ловится-то в автоги. Сейчас просто полметра за ничто потеряет. Господи. Ари, я про Рае говорил, вообще-то не про Ари, я, может, говорился. И это не моя система, потому что я Рае вообще не жму. Так, плюс. О, неплохо. И опять он делает это в автоги и 3-0. Забирает. Так, Лев там не объявился? Нет, не объявился. Скажи, в жопу Льва. Пока, Лев. В жопу, да. Не, пока. Некрологин, если ты меня слышишь, шли Льва в жопу и давай ему автолуз. К черту короля, пишет Белиал. Фруня загрустил. Он очень надеялся на бомбежку Льва. Не надо писать ему F, он недостоин этого. Он недостоин, недостоин респекта. Не палки его в жопу. Ну что, у нас, скорее всего, Спартан также на изич выиграет, что-то у меня так кажется. А, ты ничего не заметил? Разницы никакой на экране выбора персонажа. Не особо. А что? А сейчас? За кого играет Ви? Ви играет за Зигфрида. А, блядь! Это, наверное, он насчет этого хотел победить. Значит, вот этой обманки. Но это ему не очень помогает. Не особо помогает. Видимо, он это, он обманул только тебя. Походу. Тигр у нас это повнимательней. А нет, тигр не внимательный, он просто жмет. Как и раньше. Вот сейчас он, наверное, удивился, когда новый мув пошли, он такой, что за хуйня. Это, видишь, он даже Ги не смог вовремя нажать. Он не угадал, потому что... Да, блин, ну зачем садиться? Они сами отдаются, на фри просто. Да, я еще не понимаю, почему эти люди не ролятся. Потому что религия не позволяет. Религия, рак и краб. Ох, отличный летал хит. Можно, да, еще засунуть. И один ар. Отлично, просто полметра теряет Ви. Ох, блин, как зря он... идиотский Ви. Зачем? Зачем? Ну ладно, хотя бы так. Так, активация солчажа от Геры. Что мы видим? Мы видим две руки и мы видим, что... Ах, офигеть, это... просто. 2-0, просто 6-0. Это...